В больницах и поликлиниках Беларуси идет предварительная запись на вакцинацию против COVID-19. Полный список организаций здравоохранения, которые задействованы в прививочной кампании, доступен на сайте Минздрава. На сегодня первую дозу препарата против коронавируса получили 542 тысячи человек. Из них почти 300 тысяч прошли полный курс вакцинации. Белшина презентовала новые образцы легковых и грузовых бескамерных шин на специализированной выставке в Уфе. Представители предприятия подписали очередной договор на поставку продукции в Россию, а также провели переговоры с контрагентами по вопросу реализации основных видов сырья. В Могилевской области проходят учения. В них участвуют подразделения сил специальных операций вооруженных сил, задача которых любым способом помешать выполнению мобилизационного задания комиссариата. Все это условно, однако возможно минирование либо захват здания Бобруйского военкомата с использованием взрывпакетов, светошумовых гранат и холостых патронов. В Беларуси выходные ожидаются до плюс 25 градусов. При этом возможны небольшие дожди, местами грозы. В начале следующей недели в стране прогнозируется неустойчивая и умеренно теплая погода. В ночные часы столбик термометра поднимется до 15 градусов. Днем же за окном будет до 26 тепла. В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. В субботу на вопросы жителей с 9 до 12 ответит руководство предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Номера телефонов можно найти на сайте горосполкома.